предпраздничный канун санитарно-эпидемическая инспекция проводит контрольные выезды на объекты праздничных мероприятий, в частности детских. На сегодняшний день Федеральное управление Роспотребнадзора уже оштрафовало 22 объекта из 86 осмотренных в республике. Помимо этого, управление просит обратить внимание самих родителей на качество новогодних подарков и самостоятельно оценить места проведения детских утренников и елок на их соответствие санитарным и потребительским нормам. В случае обнаружения нарушений обратиться на телефон горячей линии или в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управлением также проводится горячая линия по безопасности детского ассортимента. То есть это касаемо детских товаров, будь то сладкие новогодние подарки, маскарадные костюмы, также различные искусственные, пиротехника. Также у нас идет онлайн-конференция на портале Якутия Медиа. Все это будет проходить до 20 декабря.